Управляющая компания, значит, должна предложить свои мероприятия собственникам, жителям многоквартирных жилых домов по установке счетчиков, то есть взять их согласие, получить, ну и дать разъяснение по форме погашения стоимости работ по установке данных приборов. Если взять потребление электрической энергии общедомового, то есть мест по местам общего пользования, на сегодняшний день берут норматив, скажем, 7 киловатт человека, то здесь уже жители и собственники вот этих многоквартирных жилых домов будут сами определять, то есть производить платежи по общедомовому прибору учета. То есть это будет существенная экономия, они должны это понимать, хотя стоимость работ не такая уж и большая. По установке, по закупке, установке, скажем, вот счетчика по электрической энергии. Но если говорить про тепловую энергию, то там уже необходим проект, ну и сумма работ практически до 400 тысяч. А по прибору электрической энергии мы предлагаем двухтарифный прибор электрической энергии на сегодняшний день. Это уже существенная экономия для жителей, но сумма здесь работ небольшая, стоимость прибора и сумма работ не такая большая на сегодняшний день. И в свою очередь сейчас при проведении голосования, то что мы раздали протоколы голосования, мы хотим получить согласие жителей по установке в настоящее время за счет тех средств, которые они платят за капитальный ремонт. Но хочется сказать жителям, что в любом случае общедомовые коллективные приборы будут устанавливаться, хотят они этого или не хотят. И собственники жилых помещений в домах будут их оплачивать. Закон гласит или в рассрочку на 5 лет, или единовременно, или с кратковременным каким-то периодом с другим. В настоящее время эта сумма не дополнительна, это те средства, которые платит собственник по статье «Капитальный ремонт», это накопительный фонд, то есть деньги у каждого дома есть. Поэтому мы предлагаем установить за счет тех средств, которые уже есть, без погашения дополнительными средствами.